В очередной раз я вас приветствую, мы продолжаем проходить 16-й мир. На очереди у нас Дорога Огня, и давайте приступим сразу к ней. И после нее у нас останется всего лишь один путь, который нужно будет открыть. А дальше мы сможем продолжить путешествовать по сюжету. Так, все заперто, поэтому сразу идем налево. И встречаем андроидов, которые отправляются буквально за пару секунд на тот свет. А те, кто не отправляются, мы просто отправим принудительно. Вот так вот. Так. Так, и нас сразу встречает головоломка. Значит, тебя можно отключить. Да и тебя тоже, пожалуй, можно отключить. Зачем они вообще тут есть? Неизвестно. Что мы делаем первым делом? Так. Ага. Понятно. Походи, не убивай. Нет. Ладно, не сильно. Теперь нам нужно сделать то же самое, но с другой стороны. Так, открываем с другой стороны проход, быстро пролетаем, прекрасно. И вот тут посложнее будет. Угу. Ну хорошо, не убьешь? Убьет. Теперь нам нужно синхронизировать всю эту дичь, для того, чтобы они одновременно нажали на эти клавиши. Но как это сделать, я без понятия. Хотя почему без понятия? Вот они залазят туда. Мы просто закрываем путь и открываем путь обратно. Все, прекрасно. Вот и стойте там, а я побежал дальше. Секретный проход. Ну, как-то слишком очевиден он. Ладно, я потом туда... Хотя... Да нет, я потом туда зайду. Пока что просто зачистим вот эту территорию. Ага, 1000 ладок. Ага, 10 ладок, которые мы разбиваем. Всего лишь 2 шлема. Могли бы побольше запихнуть. Угу. Давай сначала туда перепрыгнем. Тоже шлемы, да? Ну ладно. В принципе, не особо что-то хорошее тут есть. Хотя довольно странный проход, может быть. Нет, секретных входов никаких. Прыгай вниз. Здравствуйте, господа андроиды. Хотя какие вы господа? Дамы андроиды? Ну да, никаких проходов тут нету. Довольно странный уголок, но пускай будет. Хотя вот проход, пожалуйста. Ну ладно. Опачки. Так, принцесска, а то погибнешь. Вот и стоило вам на меня нападать. Стояли бы, жили дальше, а так напали, погибли просто так. Стопы, вазы. Блин, какие они незаметные, а? Нужно внимательнее быть. Ну давайте размолотим и вас, потому что чего тут стоите, одинешеньки. А так хоть компания вам будет на том свете. Да все, умираю же. Ты последняя? Ты последняя. Значит, забираем отсюда шлем. Не понял. А, и тут секретный проход. Это секретный проход в секретном проходе. Удивительно. Ну давай пройдемся по нему. Куда ты нас приведешь? Ну, ага, все, идем. Там тоже монетки, кстати. Желтый куб. Угу. И все? Это тупик? Да, это тупик. Один желтый кубас у нас уже в кармане, осталось всего 2 найти. Надеюсь, они будут так же. Надеюсь, они будут так же легко доступны, как и этот. Хотя, на что мы надеемся? Крыса. Только не крыса, а. Куда тебя нужно отправить? А, тебя можно просто отправить, чтобы открыть проход. Хотя на самом деле не только. Ну давай, поехали. Откроем сокращение, в любом случае нам туда возвращаться нужно будет, поэтому заранее сразу. А теперь направо. Только какой в этом смысл? Хотя смысл есть. Просто банально посмотреть, что там есть. Угу. Слушай, а ну-ка секунду. Так, а куда же ты так ведешь-то? Давай тебя разобьем. Ну да, она не доезжает, значит там все же есть проход. Вот тут, конечно, сокращалка есть, ее бы хорошо открыть. Ну да черт с ней. Возвращаемся на то место, откуда мы ушли. И тут сразу головоломка. Окей. Прежде разбиваем вазы. Которых, к сожалению, ничего нет. Опа. Ну, предположим, я понял, как это сделать. Нам нужно переключить вот это. Ага. Нет, подожди секунду. Да, вот так вот делаем. Потом закрываем эту дичь тут. И дожидаемся вот эти 2. Нет, погоди. Это неверно. А, нет, все, я понял, смотри. Сейчас они возвращаются. Заезжают на 2 вот эти. И мы закрываем. Да. Хотя на самом деле мы их даже не закрыли. Давай, все, хорош. Теперь они в ловушке. Все. Абсолютно все. Забираем шлем и идем за желтым кубом. Здравствуй, куб. А вот, кстати, сокращалка эта. Ну ладно.
Можно было сразу там пойти и сразу там все открыть. Но мы не ищем легких. Но мы никогда не ищем легких путей. Мы всегда усложняем себе жизнь. Здравствуйте, господа андроиды. Господа, девочки андроиды. Черт, нас убивают. Уже Ру погибла. Главное, чтобы не погибла принцесса и дед. Вот. К сожалению, погиб. К сожалению, нас покинула Ру. Ну да ладно, главное, чтобы остался дед и принцесса. Потому что они хотя бы могут нас подхилить. А Ру, ну это Ру всего лишь. Кстати, ваза. В вазах тоже есть подхил. Вот мы и попали сюда. И последний желтый куб. Блин, а смысл? Ладно. Ух ты, блин. Тихо, 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 девчата. Погодите, не атакуйте. Спокойно. Сейчас прилетит. Ох, сейчас прилетит. Да, принцесса погибла. Остался только дед. Но, к сожалению, дед на таком расстоянии нас не хилит. Ну ладно, в любом случае тут осталось уже ни о чем. Поэтому мы сейчас просто добиваем их всех. Да, и последний андроид. Мега-андроид. Раз, два, три. И последние три. Шлема находится тут справа. Раз, два, три. Все. Довольно легкий, простой уровень оказался. Если, конечно, не тупить, как я, и не потерять двух соратников. Ну ладно. Они в любом случае воскреснут уже в следующем уровне, к которому мы, собственно, и переходим. И остается последний проход. Это дорога воды. Опять 52 шлема. Это значит, что уровень будет довольно долгий и сложный. Ну ладно, не страшно. Эти чертовы махниты. А я их терпеть не могу. Ладно, черт с вами. Как вы реагируете? Не знаю, они сами по себе реагируют, что ли? Бомба. Окей. Не, погоди, мне интересно. Нужно вот эту хрень взорвать, принести бомбу, чтобы ее не подорвать. Тогда все будет в ажуре. Ну ладно, отправляемся. А, тихо, тихо, яд. Не отравить тебе, я. Только не сегодня. На самом деле яд не так страшен, но без должного хила он может очень сильно попортить жизнь. Ну, сразу направо тогда идем. А, нет, погоди, мы можем пройти, да. Ну, короче, наша задача это донести бомбу. Вот тут у нас сейф-зона, да? Да. Значит, поднимаем ее и идем. Стопимся тут. Ах ты ж, сука, это. Повторим попытку. Угу, понятно уже. Так, ждем красную. Уходим. В руках взорвалась. Поднимаем, идем. Идем. Все, заходим на территорию синий, бросаем бомбу. Не туда же, а. Я погибну быстрее, чем донесу эту бомбу. Все, красный исчезает, мы идем в сторону синий. Брось, есть. Вот так вот. Первый желтый куб. Первый из четырех. Долго. Ох. Так, шлемы в вазах. Хорошо. А вот тут у нас сложность. Тут, получается, нужно переключить вот эту дичь на ту сторону стопе. Ну, блин. Ладно, где вы там? Да ладно, в принципе, вы не достанете, вы на разных уровнях. Серьезно? А как так? Как получилось, вы же на... А, понятно, мы на одном уровне просто. Мы на одном уровне, но мне показалось, что мы на... Мы, оказывается, на одном уровне находимся. Ну да ладно. Погибнем. Ничего страшного, это мой косяк. Бывает такое. Как говорится, за невнимательность нужно платить. Жестоко платить. А вот то, что с самого начала начинать, не очень приятно. Делаем сразу вот так, потом навык, принцесска. И идем сюда разбивать вот эту дичь. Только, скорее всего, не успею ее разбить. Да нет, нормально успел. Блин, деда убила. Ну, дед, вот как так, а? Почему из всех убила именно тебя? Ты самый важный герой в нашей команде. И ты просто взял и погиб. Ну, кто так делает, а? Охренеть. Зашибись. Тут еще и вторая фаза. Вот это, кстати, неожиданно очень. Ой, принцесску завалило. Да нет, все, можно начинать сначала, потому что там тупо два хила сразу минус. Как не биться? Черт его знает. Давай просто заново начнем. И второй косяк. В некоторых уровнях добавили возможность типа переиграть уровень. Почему это не добавить сразу сюда? Ну то есть это полезная кнопка. Почему сразу не добавить ее во всю, сука, игру? Во все уровни, которые у нас уже открыты, не открыты, существуют, не существуют. Будущие уровни, бывшие уровни. Вот вовсюду, куда угодно можно ее добавить. Нет, блин, добавили только в одно место. Зачем, почему, черт его знает. Вообще нужно было деда главным брать, а не Мерил.
Потому что дед, дед это дед. Вот. Замечательно. Теперь нужно перепрыгнуть на ту сторону. К сожалению, у нас это не получится, потому что тут вот эта собака встала. А вот теперь все нормально. Угу. Все замечательно. Так, теперь. Теперь падаем сюда. Угу. Сразу выносим вас. Перепрыгиваем сюда и выносим. А, не туда прыгнем. Ну да ладно, бывает. Да опять дед погиб. Ну, вот ты собака. Бесит этим искусственный интеллект. Просто банально, если они не могут никуда пройти и атаковать противника, да? Они просто тупо стоят там, где встали. И все. И похер, луч смерти, не луч смерти. Они будут стоять до конца. Пока не сдохнут. Ну вот, тупая собака. Ты, конечно, один, но ты собака. Кто вот погибает просто так? Абсолютно. Абсолютно бесполезно. Живи, принцесса. Живи, не умирай. Вот просто они не могут дотянуться, да, и все, они стоят и ждут, пока их просто прикончат. Идиотизм. Кто тут еще живой остался? А, ты? Не хотел бы я прыгать сюда, конечно. Ну ладно, выбора особо и нету. Так. А теперь вниз. Давай сразу, пожалуй, вниз спустимся, хотя... Она убьет? Нет, не убила она. Вот она, вот она просто стоит и ждет, пока ее прикончит. Ну, дура, дура. Ладно, хотя бы до туда. А, нет, нет, нет. Только хотел сказать, что не дотянутся. Да, они сразу... Они вот просто идут и становятся под этот луч. Идиоты. Куда нам идти? Где? Куда перепрыгнуть? Все, вижу. Ладно, мы потеряли всего лишь Ру. Не так уж и страшно. Главное, что дед остается живым. Погоди, это тупик. Да, это тупик. Но мне не интересен тупик. Где проход? Вот, вижу. Хорошо, сокращение. Что у нас это там? Зеркало. Котик. С квестом, кстати. Ульки? Откуда ты знаешь меня? Твое имя? Это сейчас не важно. Мяу. Ну и что-то, что происходит? Нет. Мяу. Это дверь. Мы должны закрыть ее. Мяу. Сюда. Мяу. Закройте дверь этим ключом. Мяу. Ну, закрыл. Доволен. Отличная работа. Вот как это делается, ульки. Мяу. Времени не так много. Пошли. Мяу. Блин, да куда пошли? Погоди. У меня много дел. Ладно, пойдем. Куда ты нас приведешь? Ой-ой. В ловушку. Вот ты паршивый кот, а. Тихо-тихо-тихо. Понятно, мне, короче, нужно преследовать этого котика и закрывать все двери, которые встречаются нам на пути. А, ключик. Ключик. А что будет, если мы не закроем двери? Да, в принципе. Ты разбираешься в этом, а? Мяу. Думаю, на этот раз нам сюда. Мяу. Какой волшебный кот. Блин, ну извини, мне нужно решить головоломку, чтобы тебе помочь. Поэтому начинаем отсюда. А смысл? Да, смысла абсолютно никакого нету. Мы тут просто сейчас не пройдем. Тогда сюда перепрыгиваем, потом... И толку? Мы и тут не пройдем. Ну да, тогда нужно начинать отсюда. И делаем так. Тебя двигаем в эту сторону. Тебя разбиваем. Потом тебя сюда... Все прекрасно. Значит, теперь нужно подумать тут. Делаем так. Это движем сюда. Это разбиваем. Потом тебя сюда. Разбиваем, разбиваем. И нажимаем. Появляется ключик. Мы его забираем и закрываем дверцу. Идеально. Это, кстати, последняя дверь была. Зеркало. Портал. Фух, мяу. Мы не опоздали. Мы их всех закрыли. Мяу. Сейчас. Не могу идти домой. Мяу. Куда ты пошла? Слышь, пошел. Кто ты? Кот, кошка? Я не знаю. Стой. Подожди меня. Я с тобой. Нужно, кстати, фиолетовую эту найти, чтобы открыть там дверь. Андроиды. Куча андроидов. Ладно, постоят, подождут. Еще один желтый куб. Прекрасно. Только мне попасть на ту сторону каким-нибудь образом. Ну давай, котик, рассказывай. Наконец-то я могу вернуться домой. Благодаря тебе, Ульке. Мяу. Хочешь пойти со мной? Я хочу кое-что показать. Мяу.
Пойдем. Почему нет? Раз приглашают. О, зашибись. Цветочная поляна. Кстати, это второй мир. Желтый куб. Кстати, последний. Угу. Ульки, ты милашка. Ты мне нравишься. Класс. Еще что-нибудь скажешь? Нет, все одно и то же. Так, заглянем за дом. Да, кстати, вот, пожалуйста, за домом находится тоже пазлинка. Точнее, не пазлинка, а шлем. Поэтому нужно быть внимательнее. Все. Ладно, Катя, наслаждайся, а я пошел по своим делам. Надеюсь, тебе там понравится. Так, собираем эту дичь. Так, собираем тут два шлема. И куда нам дальше идти? Куда нам идти дальше? А, все, точно. А как нам вернуться назад? Значит, идем сюда, потом сюда. И путь открыт. Так мы в любом случае сюда уже попадали. Ладно, это был сокращенный путь. Так что все хорошо, все замечательно. Сколько еще шлемов осталось? А, черт, погодите, я запутался. Куда мне идти? Кого мне атаковать? Ну и все, по сути, последняя битва с мобами. И на этом можно закончить. Ладно, этих быстро разнесли. Ну, это было довольно просто. Ты еще живая? Больше не живая. Погоди, где еще? А, вот раз, два, три, четыре. И последние две. Все. Блин, вот эти два прохода намного проще, чем первые два. И как-то подозрительно это. Очень подозрительно. Собственно, все дороги пройдены, все храмы открыты. И следующую серию мы можем начать именно с прохождения храмов. И вот их мы будем проходить уже по одной серии. Ну, один храм, одна серия. Блин, слушай, погоди, а сколько всего уровней? 11, 13, 15 уровней, по сути. Либо 15, либо 13. Да и не так уж и много, мы уже почти все закончили. Окей? Увидимся в следующей серии. До встречи.